Участники детской воскресной школы. Хотим сказать, что у нас каждое воскресенье с 2 часов детская воскресная школа, где дети поют, танцуют, изучают Слово Божие и учатся послушанию. Это, наверное, самое трудное. И мы представляем Олю Жданович, руководителя нашей воскресной школы, которая вручит торжественно подарки. Остальным детям тоже будут подарки, не уходите. Еще раз всем добрый день. У нас для всех детей есть подарки. Есть у нас дети минус 14? Есть? Отлично. Хорошо, сначала мы те, кто поработал, раздадим. Остальным чуть-чуть больше терпения. Сабина, мы тебя поздравляем с Рождеством. Подарки приготовил Иисус. Вы же знаете, что откуда вообще традиция пошла дарить подарки на Рождество? Вот тут волхвы приходили, они приносили подарки. Так вот, мы своих детей учим, что подарки приносит не Дед Мороз, а любовь Иисуса Христа, которая вкладывает родителям сам Бог, чтобы мы могли давать друг другу приятные делать вещи. Алёша, держи. Поздравляем тебя. Злата. Виктория, ты большая умничка. Вот. Что случилось? Не твоя коробка. Потом она написала Злата. Такое тоже бывает. Не всегда нам нравится то, что Бог нам дарит, но особенно, когда женятся люди. Оксана Володина. Оксаночка, она не достигла еще совершеннолетия, очень много нам помогает, особенно в детском служении. Оксаночка, поздравляем тебя. Богдан Пустошило, держи. Вы так сейчас встанете, мы сфотографируем с наградами. Володин Богдан, держи, какой большой пакет. А? Такого Деда Мороза не получишь. Евангелина. Кто такая у нас Евангелина? Это наша Евочка. Поздравляем. Давид, дорогой, держи. И Лиса, дорогая, держи. У нас есть... Да, сфотографируйте. Видите, у нас еще есть воскресники наши детского служения. Сфотографируйте, пожалуйста, и будем... Да. Остальных детей будем приглашать на сцену. Сфотографировались? А пока мы снимаемся, все дети, пожалуйста, из зала поднимайтесь на сцену. Всички дитя от зала-то заповядайте на сцену-то. Брзо, брзо, брзо. За подарки. Все дети за подарками. Давайте поаплодируем. Рождество нам даровано давно, сотни лет с этих пор уже прошло. Давайте поддержим аплодисментами. Все, давайте еще раз такое заключительное поздравление аплодисментами. И дети, вы можете присаживаться на свои места. Спасибо под бурные аплодисменты счастливых родителей, потому что родители надеются, что дети поделятся с ними тем, что будет в коробке. А я еще раз хочу вам сказать, с Рождеством Христовым, повернитесь к вашему соседу и скажите, с Рождеством Христовым, честиту Рождество Христово. И мы ждем всех вас в следующее воскресенье в 2 часа дня. У нас мы будем праздновать 7-летие нашей церкви. И у нас будут особые поздравления для тех, кто родился в декабре месяце непосредственно с неба. Счастья вам, здоровья и до новых встреч. До свидания.